Дом построен в городе Магадане. Квадратура всего дома вместе с гаражом у меня составляет 357 квадратных метров. Так как я живу в частном доме, у меня практически все, скажем, автономно было, кроме электроэнергии, я решил сэкономить деньги будущие. В Магадане, ну, не очень дешевые цены на электроэнергию. Прокалькулировал все это дело и решил установить солнечные панели для дальнейшей экономии средств. В городе Магадан подобную солнечную электростанцию я поставил первый. Приобрел автономный комплект, ну, можно считать его, что он гибридный. На сегодняшний день существует закон о микрогенерации, когда вы можете генерировать энергию и, скажем, излишки продавать обратно в сеть. Мы установили 36 панелей компании Havell, 320 Вт каждая, порядка 12 кВт. Задачи, которые стоят перед этой солнечной электростанцией, в первую очередь, это, естественно, экономия средств. Отлично работает, то есть никаких нареканий нет у меня. То, что мы прогнозировали по выработке электроэнергии, по потреблению, то, в принципе, все совпадает. Той энергии, которая вырабатывается в летний период данной солнечной электростанции, хватает вполне. Мы удовлетворяем все потребности. Приобретением данной солнечной электростанции я очень доволен. И вот рекомендую действительно всем, кто считает свои деньги, использовать данное решение вот на своих домовладениях. На сегодняшний день, то есть, все работает как часы. Спасибо.